Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и, ребята, мы продолжаем прокачиваться на нашем острове, так как мы в предыдущей серии, да, выбрали себе новую команду, и вот эти кьогры никак не угомонятся, они столько тут спавнятся, что это просто сдуреть можно, сколько я тут стою, они спавнятся, никак не угомонятся. Ну вот, ребята, торчик наш эволюционирует, в предыдущей серии была эволюция Тотодайла, была эволюция, кого там еще была эволюция? Тотодайла и Трико, да, а вот сейчас торчика. Ребята, я, наверное, все-таки дождь выключу, потому что... Я его люблю, можно и так сказать. Так, Бускен. Но то, что он шумит, поэтому я его, ребята, выключу. Так. Ну, давайте дальше продолжаем. Отлично, вылечим, чтобы были вылечены, да? И продолжаем, ребята, прокачивать нашего Магнемайта. Потом, как я говорил, он, наверное, эволюционирует на горе. То есть так он, в принципе, эволюционировал в предыдущей версии, да? Но сейчас я, если честно, не знаю. Ну, по идее, он тоже так должен. Нет, не ты, рулет. А вот... Ну, убей. Отлично. Так. Вылечим и пойдем дальше, ребята. Магнемайта прокачивать хотя бы, я не знаю, какому уровню. Ну, допустим, там к 40-му это будет отлично. Так. Еще вот тебя мы убьем быстренько. Ну как быстренько? Тебя тоже мы убьем. Вот эти кьогры, это просто офигеть. Они, ну, я не знаю, почему они вот такими кучами спавятся. Ну, не кучами, они как бы много раз спавятся. Я не знаю, почему их столько много. Давайте идем посмотрим. Хотя бы. Я и летать же не могу. Хотя... Если он куда-то вот тут близко будет подходить к нам. Нет, он в другую сторону летит. Не летит, а плывет, да? Не попал. Ну ладно, тогда ты плыви себе дальше. Ай-яй-яй-яй. Успели. Ну вот, он крутится, но когда к нему подходишь, он сразу в другое место плывет, зараза. Так, ну ладно, ты пока себе там плыви, он и так сейчас сюда вернется. Может, ну фиг его знает. Так, ладно. Нет, не вызываем, а наоборот, зазываем. И идем, ребята, дальше прокачиваться. Магнемайт. Быстренько магнемайта в этой серии, если мы прокачаем к 40-му уровню, это будет вообще офигенно. Вот он как раз эволюционирует. Следующей эволюции, я не знаю. Потом пойдем в зимний биом на гору и попробуем его там прокачать, если он также прокачивается. Посмотрим. Чё он никак, да? Ну чё, Магнетон, отлично. Вот сейчас давайте попробуем уже и вот этих поубивать. Если они нас, конечно, не убьют. Убил. Но мы тебя тоже убили, отлично. Давайте вот так. Отлично, вылечим. И пойдем дальше. Дратини тоже легко будет прокачиваться, мне так кажется, если мы на нее тоже Thunderbolt изучили. Все, сейчас мы уже можем вот этих больших убивать, и это уже сейчас, ребята, еще намного быстрее пойдет наша прокачка. Ну, никак он там не угомонится, но двое их там, офигеть, я даже... Как-то так, еще бы... Нет, Арбок, это еще слишком, тебя нужно как минимум камбускеном бить, и то не таким уровнем, а то мы тебя не сможем убить. Даже вот этого мы не сможем убить. Виглитафа. Ну, попробуем.
Давай магнимать сейчас. Ты уже 31 уровень. 31. И тебе еще сколько там? Да. Не тебя хотел я кинуть в бой, а вот тебя. Давайте вылечим и пойдем дальше прокачиваться нашим магнимайтом. Он уже 32 уровень. И в принципе ему много так опыта дает, поэтому нормально. Ну чё вы там? Ух, никак не могут разобраться, кто там сильнее. И вот эти тоже. Вот такие самые большие уровни, никак они всегда не могут разобраться, кто из них сильнее. А вот всегда между друг с другом сражаются. Так, ну ладно, тогда мы других поубиваем. Отлично. Тебя тоже можно 26 уровень. За тебя нам пока что тоже так нормально опыта дает. Но за тебя нет. Давайте вылечим еще раз атаки наши. Ну, вот этих ребят мы уже вообще колбасим, то есть очень быстро. Ну, тут, конечно, как и говорил, очень легко прокачиваться наш, ну, огненным. Каким огненным? Ух, электрическим покемоном. Вот. 33 уровень уже 50-го, практически 50-го убивает там с трех ударов. Когда как? Электробол, я не знаю. Ну, в принципе, электробол нам нафиг не нужен. Мы же и так используем наш Thunderball, который убивает практически. Ну, не практически, а вот с одного удара убивает. Киндлер, 44 уровень. Как раз ты нам и нужен. Так, за тебе как раз нам уровень дал. Дал уровень. Так, вот еще Кингер. Если тебя убьем, вообще офигенно. Так, 3000 опыта. Потопали дальше. Вот ты у нас есть, да, Минун? Майнун. Еще другого нам нужно. Другого. Так, тебя мы тоже убили. Еще тебя, Кингер. Ну, говорю, ребята, вот он уже 38-й. Да, 38-й. В конце серии... Да, он уже будет. 40 уровень, конечно, он уже будет. И знаете что, ребята? Знаете что? Если вы согласны, напишите в комментариях, чтобы в следующей серии мы пошли в шахту для поимки покемонов, которых у нас еще нет. Нам нужно с покеболами будет запастись, хотя у нас, в принципе, нормально. Пойти в шахту, наловить тех покемонов, которых у нас еще нет. У того же, говорю, Голета, Редженроллу, кто там еще есть, Болдора, да, Солрока, вот. Вот таких покемонов наловить. Вот, отлично, ребята, Магнемайт 40 уровень. Ну, давайте еще ему уровень там прокачаем. Вот, Пласл, давай-ка я... Посмотрю, есть ли ты у нас. А то я, если честно, не помню. В компьютере я тебя не нашел. Поэтому дай-ка сюда. Есть. Но я почему-то не увидел. Ну, ладно. Так. Чикурит, я только сейчас заметил, что ты тут. Но, извиняюсь, ты нам не нужна. Так. Так, иди-ка ты сюда, Электрод. Электрод. Да, я тебе так... Фигаснул прямо в тебя, а тебе как-то покебол отскочил, или мне показалось. Ну чё, Магнимайт, давай еще тебе один уровень прокачаем. Еще один. Где ты? Где какие-то большие уровни? Большие уровни. Вот. Отлично. 41 уровень. Вот. Электробас тут такой наглый, такой большой ходит, хочет нам помешать. Он же тоже электрический, да, хочет украсть наших покемонов с острова и сам прокачиваться. Не дадим мы тебе. Так, ну давайте еще вот этих маленьких таких. Ну как маленьких, 30 уровень, это не очень такие маленькие, да. Ух, твою, сейчас ждать, пока он там. Ну вот, отлично. Так, валим быстренько. Какой он? 42-й, уже, ребята, он 42-й уровень. Так, ну что, давай, ну что, ребята, давайте-ка мы меняем это уже на, я не знаю, давайте попробуем Дратини, у нее же тоже Thunderbolt есть. Попробуем, и она, в принципе, уже 28-й уровень. Попробуем, как она будет тащить.
вот. Нет, не вот. А где вот сверху? Ну, более-менее, да, то есть попробовать можно, если получится. Хотя вот таких не очень. Вот, отлично. Да, конечно, намного она слабее, но все же, да, она же дракон, можно и так сказать. Поэтому нужно тоже как-то смотреть. Но попытаться можно. Да, крокунов, ты хотя бы попробуй. Нет. Хотя нет, убили, отлично. А, ну что, ну что, ну что, ну что. Дратини, ребята, нам тоже как минимум нужно прокачать к 40 уровню. Если мы прокачаем, это будет офигенно. Ну, в этой серии я не знаю, сможем ли мы прокачать. То есть, попробовать можно, да? Но я не уверен. Ну, зато магнемайт еще, если вот таким способом еще пару уровней поднимем. Вот и Дратини, ребята, эволюционирует. Драгонейр, давай, давай, давай. Прокачивайся. Если тебя к 40 уровню в этой серии, то это вообще офигенно будет. Драгонейр. Отлично. Она уже, в принципе, она уже 30 уровень. Вот. И да, нет, в принципе, Драгонейр тоже с трех ударов сможет убить уже. Во. Так. И тоже нормальный урон такой идет, и она уже 31 уровень, практически 32. Так. Ну давай, 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 давай. Вот 32. Ам. Нет, 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 нет. Давай Магнемайта. Вот так, отлично. А, ну что, давайте вот на этих немного покачаемся тоже. Не помешает. Не помешает немного так уровня. Точнее, опыта с 25-х. То есть, Драгонер 32-й, если 25-й, 20 таких 8-х поубивать, тоже нормально. Вот, Драгон Тейл. Давайте. Давайте вот это. Так. Так. И Ашавотишка, который у нас уже давно есть. Он же вроде... Я не помню, в какой команде он у нас был. Но суть в том, что он у нас уже есть. И мы его уже прокачали. Так, вот на таких еще нет. Такие еще очень такие большие, да? Поэтому будем мы их убивать Магнемайтом. Магнемайт у нас уже 43 уровень, ребята. Это офигенно. То есть, уже большой уровень. Ему осталось 17 уровней, что, в принципе, нормально, да? Dragon Rage, отлично. Киндлер. Давай Thunderbolt. И еще раз, если ты нас не убьешь. Еще раз, если ты нас не убьешь, пожалуйста. И еще раз не убивай. Отлично. 5000 опыта. Нифига себе. Так. Вылечим еще раз. Этих тоже можно перебить. Что-то ты... Раби. Ну, понятно. Так. Понятно, 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 понятно. Тогда вот так. Посмотрим, сможем ли мы убить. Да, сможем уже. А вот этим тоже нормальный такой урончик. Поэтому будем мы сейчас качаться, ребята, Драгонейром. Он уже 35 уровень, что, в принципе, вообще офигенно, потому что еще осталось 5 уровней. Если до конца серии успеем прокачать, будет вообще офигенно, ребята. 36-й, да, 36-й и уже, в принципе, почти половина. Так, еще раз, только не убивай, пожалуйста, отлично. 37-й, да, 37-й, офигеть. Быстро-быстро опыт идет, даже очень как-то большой опыт. И еще раз, 38-й, не думаю, ну, посмотреть можно. Вот, ребята, Кроконав наш эволюционирует. Давай, Фералигатор, давай, давай, давай. Прокачиваем мы, вот этого прокачиваем мы. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Драгонейра и сразу беремся за тебя, Фералигатор. Давай. Это
принципе, нам не нужно, то есть такие атаки. Фу, ну что, давайте дальше. Драгонер еще 3 уровня. Можно сказать, 2,5, даже меньше. Только не убей, пожалуйста. Не убей, не убей, не убей. Мы френдли. Да, мы мирные. Так, кто? 47 уровень. Тебе тоже можно попробовать. Так, ну как попробовать? Тебя тоже можно убить. 38, практически 39. В тебе. Тут только один фералигатор должен быть на этом острове, не больше. Так что извиняюсь, но ты нам прокачаешь. Тогда давайте вот так. Ты нам прокачаешь Драгонейра. И еще раз. Ну, давайте вот так. Отлично. И тебя тоже, в принципе, можно. Пускай будет. Отлично. Никак, ребята, вот эти кёгры не угомонятся. Они тут столько спавнятся, что это сдуреть просто можно. Почему раньше вот так не спавнили? Сколько мы были на вот этом острове, и почему-то раньше никогда не спавнились. А вот сейчас, вы заметили, есть такая фишка. Есть легендарные, которые вообще не спавнятся. То есть, ладно, мы там бегали нереально сколько. Не спавнилось ни Мью, не спавнилось ни Кёгры. Хотя мы сидели на острове, я просто даже не знаю сколько. Мы сидели, не знаю сколько. Ну, никак не хотели спавниться легендарные. Сколько мы бегали в этом. А в пустыне никак не хотели спавниться легендарные. Никак. После того, как заспавнился Кёгр, после столького времени, что мы пробыли на острове, он заспавнился, сразу через секунду после него еще один заспавнился. В следующей серии еще пару Кёгров заспавнился. В следующей серии еще один. В следующей серии еще один. В следующей серии еще один. В следующей серии еще два, три, потом еще два, потом опять три. Ребята, в предыдущей... предыдущей серии заспавнился Кьюорк, не буду врать, когда я искал глиняный биом без съемки, заспавнилось еще практически 2 или 3 Гроудона в пустыне, когда я просто-напросто пролетал с Арчином, вот где я летал, вот сюда, ребята, я летал, вот тут я тпхнулся, тут я летал, где я еще летал, вот тут я немного полетал, ну короче, вот смотрите, какая карта, офигеть, ну много уже открытого, но так мы глиняный биом не нашли. И тогда, когда я летал, вот еще ребята позаспавнивались вот эти грудоны. Вот. Также, когда Мью заспавнилась, и сразу как бы еще одна, да, Мью заспавнилась. И вот сейчас в каждой серии, можно так сказать, мы находимся на этом острове и спавнится по один, по два, ну по три это редко, но все же спавнится вот эти кёгры, да. И вот такая фишка, да, то есть они никак не спавнятся, они очень тяжело спавнятся, но когда они заспавнятся, они начинают уже прям кучами спавниться, то есть сколько серий не спавнился ни один легендарный, то есть я не знаю, офигеть сколько много серий, мы даже не находили легендарных, я уже не знаю, серии так 10-20 назад уже говорил, ну офигеть, вообще в этой версии легендарные спавнятся, а то мы столько бегаем, никак не можем найти легендарных, да? И вот когда заспавнился первый Кьюогр, спустя столько серий, сразу заспавнился потом еще, ну как бы, в следующей серии опять заспавнился, потом опять заспавнился, и вот сейчас они вот так спавнятся. Ну, не знаю, то есть, когда, после того, как заспавнился первый, вот уже начали спавниться вот так. И они столько там плавают в этом океане, что они пропадают, это вообще тоже сдуреть можно. Так, ну что, ребята, пока... Вот смотрите, Драгонейр уже 41 уровень. Отлично. Давайте-ка мы дальше берем, я не знаю, Фералигатора все-таки. Рулета тут тоже тяжело качать. Ну, да, офигенно как тяжело качать. Камбускена тоже офигенно как тяжело качать. Потому что тут в основном только водные, а огненные против водных не очень, да? Вот что я забыл. Ребята.
Чё за хрень? Где мой орб, практически наполненный вот этим? Практически полный орб для Молтреса. Не для Молтреса, а для Забдоса. Вот это не очень, если честно. Где его мог засунуть? Я или не вижу... Ну как я могу тут не видеть в этом инвентаре, где я поставил наш орб? А я походу знаю, где я его поставил. Не поставил, а когда я вот так включаю гейммод, да, например, он у меня вот лежит, то я вот возьму. Например, он... Это что я взял? Это я отсюда взял. Например, он лежит у меня вот тут в инвентаре. Например, вот это орб, ребята, да? Да твою ж, да чё вы... Например, да, вот это орб, ребята, вот. И когда я хочу редактировать NPS, да, я, наверное, вот так взял. Взял орб, его выкинул, чтобы у нас была вот эта кирка, чтобы... Ну, не кирка, вот эта штука, чтобы мы могли редактировать NPS. Походу, я так, ребята, и сделал. Потому что я не вижу другого способа, где я могу засунуть вот этот орб, чтобы я его не смог найти. То есть он всегда в инвентаре. Если его в инвентаре нету, то тогда он... Он вот тут. Так, шайни. Кто шайни? Ух. Сейчас. Тебя у нас нету. Это не Ледиба, да? Потому что Ледиба у нас уже есть шайни, я помню. Походу, ребята, прокакал я вот это. Ну, не прокакал. Потерял я орб, ребята, да. Поэтому нужно будет еще один качать. Твою ж, Пикачу, здрасте. Вот, отлично. А да, он у нас есть, я там просто смотрю, что-то пишет, что он у нас есть. Он у нас есть, но он есть обычный, то есть не шайни. Если шайни, если мы сейчас ловим шайни, то обычного, можно сказать, да, мы словили, то обычного можно выкинуть. То есть зачем нам обычный, если мы словили шайни? А вот по поводу орба... Я говорю, ребята, нам сейчас нужно еще один брать и прокачивать, потому что если вот тут его нету, если я его случайно куда-то вот сюда не положил, когда вылаживал вот эти все, вещи, да? Вот он! Ху! Я же думаю, ну вот, выложил я орб, и сейчас, ребята, мы его не найдем. Так, ну что сюда можно еще положить? Вот это можно. Нам никакой не нужно вот этот взять. Камень эволюции. Вроде нет. Так, тогда мы это все можем сюда выложить. Это вот сюда, отлично. Это вот сюда. Я уже, ребята, думаю, офигеть. Нету у нас уже орба. Вот что я хочу, ребята, тпхнуться в зимний биом. Ну, давайте сюда. Минус 1900, 1040. Минус 1900, давайте 75, 1040. Вот, отлично. Ну, по сути, это Ice Plains, да, то есть равнины. Вот наш алтарчик. Если я сюда заберусь, это будет Ice Mountains, да, то есть, да, горы. Если я вызову Магнемайта и дам ему конфетку на горах... Нет, он не прокачивается. А как его тогда прокачивать, я не помню. Он также прокачивался, в предыдущей версии он прокачивался так. Берешь Магнемайта... Хотя нет, или на обычных горах. Но я помню, я же вроде его тут прокачивался на... Я же его тут прокачивал, Ice Mountains. Ну да, а хотя нет, вроде обычные горы, я что-то запутался. Давайте тогда, ну, сюда, например, минус 280, минус 280, 75, 550. Ку, еще не умерли, я думал, сейчас упадем еще и умрем. Экстрим Хиллс, вот тут его нужно прокачивать. Точно, почему я в Ice Mountains пошел? Ну, по идее, он там спавнится, да? Хотя нет, тут тоже нет. А как его прокачивать, ребята? Магнемайта. Может, сейчас он обменом прокачивается? Фиг его знает, ребята, честное слово. Я помню, в предыдущей версии, я вот это точно помню, мы его прокачивали вот так. Первая эволюция, да?
А почему там пишет магнемайт, если он уже магнетон? Ну ладно, это не обновилось. Ну, когда магнемайта мы прокачиваем магнетона, да, то потом в следующей эволюции, я помню, мы так прокачивали. Нужно идти в какие-то горы, вот это я не помню, или зимние, или в зимнем биоме, или обычные горы. Но мы уже и там попробовали. Мы его вызываем, и вот на горе мы ему должны прокачать уровень, и он эволюционирует. Но я сейчас не имею представления, почему он не эволюционирует. Я не думаю, что ему вот это нужно давать, электирайзер, да? То есть, я сейчас возьму, ребята, только чтобы посмотреть. Ну, вот эта штука, она же только действует на вот этого. Ну, не только, то есть, нужно прокачивать... электробаза с ее помощью. Вот сейчас, если честно, вообще не знаю. То есть, ребята, ну конечно, они же в новых версиях вот это все изменили. То есть, тут есть какие-то другие, наверное, уже способы эволюции. Или там через обмен, или я не знаю. Ну, на уровне он вряд ли на каком-то эволюционирует. То есть, наверное, все-таки через обмен. Давайте поке спам маг. Магмар, магмортар, нет, магнемайт, магнетон, магнезон, вот он. Я просто заспавлю, чтобы вот показать. Я его даже убивать не буду, пускай он тут. Вот, он в этого должен эволюционировать. Но я не помню как, хоть убей, я не помню, как он должен эволюционировать. Я помню, да, и то есть я знаю, как он эволюционировал тогда. Но сейчас я не знаю, как он. Больше спида, да, выигрывает. А тут у нас тогда кто? Rush. Вот это нормально. Спид атаки и меньше защиты. Ну, более-менее. Тут спид. Тут атака. Науки. Тут тоже атака. А тут ни хрена. Ну, я не знаю, ребята. Честное слово. Будьте так добры, кто знает, напишите, пожалуйста, потому что не обвиняйте, не засуждайте, но я, честно, не помню. Я помню, что он так эволюционировал, но как он сейчас, ну, говорю, то есть это было где-то две версии назад приблизительно, но сейчас, конечно, они уже много изменили, и поэтому я, если честно, вообще не знаю, как он эволюционирует. Ну да ладно, ребята, топаем мы домой, топаем быстренько домой. Нет, сейчас. Ну что, ребята, давайте посмотрим. Камбускен у нас 32 уровень. Еще осталось 28 уровень, чтобы его прокачать. Магнемайт у нас уже 47, да, еще 13 уровней. Гровайл у нас 31, еще 29 уровней. Ну, это мы тоже пойдем на остров, там его прокачаем. Фералигатор 32. Рулетик наш 31. То есть ты еще нас покатать должен 100%. Когда эволюционируешь. И Драгонер 42. Ну, еще 20 уровней там ему. Ну что, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Не забываем, чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Это вторая серия за сегодня. Я надеюсь, вы рады, потому что вторая серия, да, за сегодня, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Что-то я уже, ребята, сплю. Так, извиняюсь. Ну, еще раз, ребята, всем спасибо. Нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.